О чем поговорить, ну а сейчас ситуация в известной зоне в Идлибе, Сирия, обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора. В начале нашей встречи я хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии. Но, конечно, нам нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного, не повторялось, и, чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся, я знаю, вы тоже, очень внимательно и дорожим этим. Biliyorum ki şu anda dünyanın gözü burada. Я знаю, что... Ve bugün buradan atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizde rahatlatacaktır. Я считаю, что...